А то это похоже на дискотеку, когда мальчики боятся и стоят у стеночек. Мы сыграем много медляков сегодня, можете танцевать. После медляков всегда как-то дискотека начинается. Вообще, мне очень нравится Питер, знаете чем? Мы вчера играли в Москве, там 8 часов все уже вот так, как вы стояли сейчас. Здесь смотришь, все-таки вальяжные к полдевятому. Так неспешно вообще, никто никуда не торопится. По пивку в баре. Все другой на, ритм. Все на расслабоне, да. Вообще у вас тепло. Мы приехали, тут тепло. Мы удивились. И пошли дальше. Не очень интересная история, но тем не менее. Вот, а сегодня мы играем акустический концерт. Наши в основном старые песни. И парочка будет новых. Мы сыграем в обработке акустической. Не только балалайка, которую вы успевали, наверное, заметить. У нас теперь есть и укулеле, и акустическая гитара, и ксилофон. Еще пара сюрпризов в рукаве. Но не будем всех сразу открывать. Мысли, круги на воде разума, суетой загрязняем явь. Выискиваю настоящее в сказанном, пересекаю твое море вплавь. Я уже не жду, не думаю, лишь созерцаю, и воду, по которой плыву, глотаю, не измеряю, не сравниваю, не отрицаю. Живу, дышу, наблюдаю. Проникаю в сейчас, растворяю вопросы в сути и чувства. Мое тело, искрясь, медленно тонет в мазуте. Я мир изучаю, когда наблюдаю за каждым жизненным движением, за каждым порывом, реакцией, тайным желанием, взглядом и вдохом. Я прекращаю бесценный, пустой, бесполезный поток размышлений и чувствую радость, и растворяюсь в моменте легком. Отпусти все, кому не принадлежишь. Одарен видением, ты чутко и ясно слышишь, как яркими всплесками море тебя зовет вглубь. Чистоты хлебнуть. Это истинно, скажешь мне. Так и должно было быть. Прими это. И продолжай. Послание в космос. Спасибо, друзья. Маша Никулина, вижу ее. Привет, Маша. Маша. Ребята, а кто из вас когда-либо в своей жизни жил в Рязани? А вот. Чё переехали? Вот видите, какие вы веселые, Бочко, и видите, Маша, какие мы грустные. Красота. Нет, на самом деле, в Петербург стоит того, чтобы переехать туда жить. Я абсолютно в этом убеждена. Прекрасный он. И именно про него мы, собственно, исполним нашу вторую композицию. Видите, как подвелось одно под другое. Красота. Thank you.
просыпаться. Эй-эй-эй. Зная, рядом дремлешь ты. И в улыбке расплываться, пальцами ощущая твоего лица черты. У нас, мне кажется, такое сегодня было настроение. Мы гуляли, приехали. Тепло, хорошо, покушали. Пошли. Мне кажется, по Питеру. Так, мне кажется, все живут в Питере. Просыпаются, едят и гуляют. Да? Да? Смеются. А может, я что-то новое для тебя открою? Так все люди живут? Ну, не все, нет. Нет, хорошо, если... Почему ты не написал всем текст? Видите, какой хулиган? Я вчера тебе написал текст, ты его забыл. Вот так. Так и живем. Следующую песню вы точно знаете. Не факт. Проверим. Сегодня день прошел. Не важно на самом деле. Главное, как он закончится. А закончится он замечательно. Просто потрясающе. Пятница, да? Пятница. Буха! Мы постараемся создать сегодня такую атмосферу, чтобы выпить было одно удовольствие. Нормальный концерт. Совсем другую вообще. Суть принял. Вообще. Разом вообще. Все в песнях ищут, где эта нотка. Чтобы я уже мог идти и found, fly, sweet deep.
Если ты есть, если ты слышишь звук, и если ты здесь, то я буду всем вокруг. Если ты хочешь, мы можем стать волной. К берегу солнца нас отнесет прибывай. As we deep тысячу раз подряд, чувствуя нежность морским золотым песком, вдохну безмятежность, радость грядущих снов. Fly as we deep before, our hearts fell down dry. If you want. Солнце палящий зной, силою все, чтобы сгореть с тобой. Спасибо. Спасибо. Кто-нибудь захотел выпить? А вы рассказываете о своих желаниях, как они просыпаются, вас рождаются? Это интересно. Вообще, кстати, знаете, летом был в Питере, приехал в Питер, а до этого не был года три, наверное, два, может. И, а что-то так вот, знаете, в Москве, там, в Рязани, везде вот этот, все на велосипедах, все что-то там где-то качаются на каких-то лонгбордах, скейтбордах, роликовых коньках вообще. Приезжаю сюда, здесь все курят где хотят, бухают вообще. Ни одного человека на велике не встретил. Вот реально просто Питер своей жизнью живет вообще. Что там процветает? Фашизм? Нет. Неофашизм? Леофашизм. Это из черепашек, леофашизм. Этих велосипедистов. Они как-то вам мешают? Вы так недовольны это говорите.
А вы что там делаете? А, вы байкер? А они велосипедисты. У вас конфликт вечный. Я понял. Надо песню написать. А следующая песня об этом как раз. Придется что-то. Спасибо, спасибо большое. Следующий совсем грустный. Видите, не весело сегодня у нас. А может и не надо. Просто надо довести людей до того состояния, чтобы они захотели пить. Все нормально. Да хватит уже каждую песню шутить. Ну ты задала тон концерт? Задала. Пусть повиснет в воздухе, не надо его дергать постоянно. Тебе выпить просто надо чуть-чуть. Я единственный, кто не выпил перед концертом.
Это правда, кстати. Про это тоже песню надо написать. Тарар в этом произведении. В этом, да. Он играет на укулеле. И когда ребята записали песню, ну, они пробовали какие-то новые звуки в акустике, они записали ее вдвоем, дали мне послушать, не сказав, на чем они играли. Я подумала, что это... Что это? Что арфа. Это арфа, да. Ну, потому что если закрыть глаза, очень похоже на арфу. Ну, мне так кажется. Совсем не думала, откуда он взял арфу вообще. Да, Артем, я не думала об этом. Сейчас, где я взял арфу? Авито! Так, ребята, у нас серьезная песня. Давайте, собрались. Гасим, гасим вспышки гнева утренним дождем. Я направо, ты налево, как всегда свернем. И не стоит слух ни слова о твоих и о моих. Эти чувства вспыхнут снова, но без нас двоих. Спасибо вам огромное, вы так поете красиво, очень здорово, очень приятно. И... Устал сидеть, Тёма просил передать, что он устал сидеть. Мы когда готовили программу акустическую, подумали, что будет, наверное, скучновато. Постоянно играть на акустической гитаре и петь целый час, все устанут и уйдут пить. Шутка. Нет. Решили сделать кавер, не свою песню, чтобы хоть кто-то сказал, а, вот эту песню я знаю, а потом грустил остальные полконцерта. Ну, в общем, мы надеемся, что эту песню вы знаете и споете тоже вместе с нами.
Говорят, она популярная. Очень. Говорят. Говорят, да. Говорят, не повезет. Мо такая. Ну, сейчас вы услышите, в общем. Спасибо большое вам. Тёма вчера говорит, не объявляй каждую песню после каждой песни. Что-то типа того. Но я не могу не объявить. Но просто это ново для группы «Кактус». Хоть нам будет 8 лет в октябре. Это, прикиньте, это же вообще... Даже 9. А, вообще редкий случай, когда девочка не считает, а парень считает. Я тебе сказал, нет. Молодец. Молодец. И о чем? Новая штучка, примочка, компьютер. Прикинь. Гитарка, бас, вокал, и пели, и вроде нормально, а тут хоп. На самом деле, просто в Аноне приехал на репетицию вовремя, не было барабанов, надо было что-то делать. Извини, Ваня, извини. Но он придумал себе фишечку в этой песне. А,
Следите за фишечкой, Иван. Thank you.
Представляете, я первый раз в жизни за 9 лет распечатала тексты собственных песен. Как ни странно. Дал большой был перерыв, все забылось. Но я не подглядываю. Тепло все принимаете. Это очень ценно. Сел готовый такой. Я песню Тёма написал, как и предыдущую, собственно, про посиделки кухонные. Да, Тёма же писал ранние песни. Это я автор! В тени! Да ладно, в тени! Как у группы Браво, Хафтан, знаете его? Он же все пишет, а поет не он. Так это бунт, что ли, я не поняла? Нет. Ладно, будешь петь сегодня, окей?
Будешь петь сегодня? Да, мы с Тарарой встаем. Все, ходим парой. Чтобы ты сейчас спел еще хорошо. Ну, возможно, возможно. Блин, ребят, на самом деле это никак не связано с тем, что сказать, что я молодец. Сейчас услышите, как он поет. Да нормально поет, нормально, нормально, он нормально поет. Не убегайте только, пожалуйста. Кстати, вот вы подпевали сейчас предыдущие песни, да? Вот, вот ты подпевала? Вот как начинается второй куплет? Дайте мне биди. Что такое биди? Ты никогда не задавал... Кто-нибудь задавался этим вопросом вообще? Что такое? Что они поют вообще? Знаете, что это такое? Биди — это, короче, такие индийские сигареты. Самокрутки. Самокрутки для бросающих курить. Фэншую продаются. И я на них сидел. А поет она... А она, между прочим, мать. Правда. Кстати, давайте поаплодируем. Лера... Если бы каждой матери так аплодировали. То? Извини. Нет, спасибо, спасибо. У меня дочь! У меня дочь! В минувшем году родилась. Слышишь, чисто женские аплодисменты. Да, да. Мне показалось, что про Германию. Давай две! За дочь.
Гриш показал что-то про Германию, The Dutch. Короче, у нас была песня такая, «Я кухня» называлась. Очень-очень старая песня вообще. Вот, да. Очень-очень старая песня. Очень-очень старая песня, да. И как бы ее, ну, несложно догадаться по словам, что ее писал тоже я. Как бы, вот. И мы Лере предложили ее спеть, говорим, давай споем эту песню. Она сказала, хотите, пойте. А, друзья, вчера я говорил, что это было впервые в Москве. Сегодня я скажу, что это во второй раз в истории группы «Кактус». Вокальную партию будет исполнять бас-гитарист группы «Кактус» Андрей Тарара! Ой, блин, даже меня насмешил, подожди. А, друзья, ну нам нужна ваша поддержка, потому что это... Let's go! Ой, какой-то звук уродский. Что случилось с гитарой? Почему она не играет? А, вот. Я существо иного вида, не похож я на людей. Хрен, но я не кладовка, я иной феномен. Теперь вы понимаете, почему мы взяли ее в группу? В смысле, а, что? Я Д'Артаньян.
Я Д'Артаньян? Он Д'Артаньян? Твой Д'Артаньян. А, короче, это, на самом деле, именно поэтому мы взяли ее в группу. Потому что я вначале пел, и было понятно, что это очень неплохо. Ой, очень плохо. Вот, и... Мне кажется, стояла и думала, это очень неплохо. Вообще, да. Я себя люблю. Вокал. Молодец, молодец. А что мы играем? А мы играем Dancing People. Да. Woo! Тоже старьевщина, но немножко в иной обработке. Да, почкованием. Не, вообще правильно делают, молодцы. Давай. Если знаете, пойте. А, друзья, да? Короче, она такая песня, знаете, начнется как руссконародная. Вот, а потом нам бы хотелось, я понимаю, концерт ужас вообще сидячий, такой грустный. Вот, но нам хочется, чтобы вы немножко подвигались вообще после этого, просто какую-то движуху дали телу вообще. Это единственный шанс потанцевать сегодня, поэтому цепляйтесь за него как можете. Начнем. Андрюх, давай. Right, don't you feel the hour they're so alive? You can't take off all your clothes because you don't need all your clothes to help me. Well, I can prove to you it's cool. Yes, our music it's a big swimming pool. Jump in the water, say whoa, 'cause we are dancing people, go. We'll be right back.
рок-н-ролл. Чико чуть-чуть. Спасибо. Спасибо большое. Еще вышел клипец у нас второй за 9 лет недавно на песню Uncontrolled. И вот, собственно, она основа альбома, сингл. И вот, собственно, сейчас мы ее и слабаем. Девчонки и мальчишки, поднимайте ручишки, пойте куплетишки. Ай. Веселого танцевального концерта. Тоже старая-старая песня. Да, сейчас. Да поговорить хочется, ну ладно. Я спою. Не дают. Вообще кошмар. Поговори, что ты делаешь. Говори, говорит, еще тут. Вообще, мне кажется, в группе «Кактус» произошли разительные перемены, потому что ну, во-первых, Тёма запел. Да, да, нормально. Да. Ну, я надеюсь, что я смогу, да. Нет, оставь. Я как бы всегда пел, просто не в рамках этого проекта.
чтобы петь, не нужен вообще проект. Хочешь, пой. Нюша же поет. Ей это не мешает. Ой, я себе поставил, да? Готовы? Сейчас, секунду. Хорошо, за вас все скажет песня. Я усну в своем сне. Я усну в себе. Согревая меня своей теплотой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Она уснула во сне, она уснула в себе. Она уснула во сне, она уснула в себе. Она уснула во сне, она уснула в себе. Она уснула во сне. Она уснула в себе. Она уснула. Я усну в твоем сне. Она уснула в себе. Она уснула во сне. Она уснула в себе. Я усну в себе. Она уснула во сне. Она уснула в себе. Она уснула во сне. Она уснула в себе. Ты Спасибо большое. Спасибо огромное. Мы на этом все. Вы просто вообще замечательные. Вау, Бану, это слава и признание. Соло ударника. Давай. Вау.
ребят, да, ну на самом деле на бис, как бы... Нет, на самом деле у нас есть всего одна песня, правда, она просто ну, с нового альбома, он как бы такой какой-то странный и немножко не вписывался в это вот, во все безумие. Да. Хотели и, сыграть. А, как бы, ну новая песня, она такая очень спокойная, атмосферная. Сейчас сыграем ее не и все то, тогда, что наши ладно? Движовые треки до этого, вы поняли, да? Но мы, да, сыграем? Она называется Sun Always Rises. Типа, что бы ни случилось, солнце все равно встанет завтра утром. Жив ты или нет? Очень весело, да? Очень позитивно весело, да. Прямо для окончания. Петербургская песня у нас была. Sun always rises, and there's no need to be sad when something is wrong. There's no surprises, as you can rule all the things that you belong. Get up and move, it's a moment of proof to try all your best to reach your goal. It's all out to you. No time to be blue, 'cause it's rock and roll. Mm-hmm, it's rock and roll, yeah. Sun always rises, and there's no need to be sad. Well, something's wrong, there's no surprise. As you can roll all things that you belong, get up and move. It's a moment of proof to try all your best to reach your goal. It's all up to you. We'll have no time to be blue, 'cause it's a rock and roll. Something is wrong, there's no surprises, 'cause you can rule all things that you belong. Get up and move, there's a moment of proof to try all your best to reach your goal. It's all up to you, have no time to be blue, 'cause it's a rock and roll. Спасибо вам, что вы пришли сегодня к нам сюда и пели наши песни такие теплые. Аплодируйте стоя нам, это очень приятно, скажу честно. Для вас сегодня играл бородатый мужчина в красной шапке. Вот он стоит прямо перед вами и что-то играет. А зовут его Артём Филимонов. Мужчина. Он играет на басу, и
нашу музыку такой. И вот герой вечера сегодняшнего — Ваня Карпов. Ваня Карпов за барабанами ударных установка битбас, битбас. Коллектив, меня зовут Валерия Руссо, и я пою вам эти песни, написанные давно, написанные недавно, но от души. Спасибо вам большое, приходите еще, мы сыграем песни, 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 каждый раз по-новому. Спасибо. Спасибо большое, друзья. Очень было круто. Спасибо большое. Спасибо, Питер. Приезжайте в Рязань, правда. Там прикольно. Там Есенин, ребята. Спасибо. У него был шанс. А теперь бухать. Это говорит мать. Мать, мать, видишь? Ну все, правда, все. Спасибо большое. Спасибо, друзья. Спасибо.